Историко-экологическая акция «Такдзым» Ассамблеи народа Казахстана началась с возложения цветов к памятнику Исет Батыра в Алгинском районе. Участие в акции приняли представители государственных органов, этнокультурных объединений, активисты молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана и представители штаба республиканского молодежного движения АНК «Жангаружолы». Сегодня в рамках международного форума «Память во имя будущего», посвященного памяти жертв политических репрессий, мы даем старт второму этапу масштабного республиканского проекта «Сакральное наследие Ола-Дала-Еля». Нами инициировано три масштабные акции. Первая акция «Комкор», которая началась 5 мая в преддверии празднования Дня Великой Победы. Члены ассамблеи напомнили об исторических ужасах прошлого. Люди должны знать о невинных жертвах, о судьбе обездоленных. Далее участники акции отправились в мемориальный комплекс Исет Батыра Кокеулы, который является символом национального единства и возрождения. Комплекс был построен 5 лет назад. Здесь есть молитвенный зал, место для благотворительности и музей. Этот проект мы проводим уже с 2010 года, каждый раз в новом регионе, с тем, чтобы объединить все регионы Казахстана единой ниточкой памятью по тем временам, когда в Казахстан ссылали 62 народа, тысячи заключенных, когда именно казахский народ помог этим людям во многом выжить, и после этого Казахстан стал для них родиной. В мероприятии приняли участие около 200 человек. Во время акции, которая продлится до конца года, планируется встретиться с потомками жертв репрессий, посетить музеи и Дом дружбы. Анастасия Евсеева, Миржан Аманжолов, телеканал «Актюбе».